Сегодня нам выпала честь понаблюдать за строительством масштабного проекта в Одинцовском районе гипермаркета «Глобус». Руководство компании с радостью согласилось приоткрыть завесу тайны и рассказать, чем же удивит и порадует одинцовцев новый магазин. История «Глобуса» началась в Германии 188 лет назад, когда основатель компании Франц Брух открыл продуктовую лавку в центре немецкого города Санкт-Вендель и пообещал покупателям самое лучшее и надежное обслуживание. Этот принцип – основа работы компании и по сей день. Первый гипермаркет «Глобус» в России распахнул двери в 2006 году в подмосковном Щелково. Сейчас в составе сети 11 магазинов, 12-й гипермаркет в Одинцово уже на подходе. Открытие состоится в декабре этого года. Новый магазин обеспечит работой 850 жителей Одинцова и близлежащих районов. Еще порядка 300 рабочих мест дадут сервисные предприятия в молле гипермаркета. Наш гипермаркет «Глобус» строится по самым современным технологиям и инженерным решениям, воплощенным в железе-бетоне. Отдельные, независимые друг от друга, приемные камеры товаров, уникальный микроклимат для хранения и транспортировки, а также экологичность и санитарную защиту обеспечивают независимые системы энергообеспечения и эксплуатации. За всем этим осуществляется регулярный контроль посредством специальных служб. Продукты отходов гипермаркета проходят многоуровневую систему очистки и фильтрации и позволяют свести к нулю все факторы загрязнения окружающей среды. А независимая система обеспечения жизнедеятельности гипермаркета позволяет клиентам чувствовать комфортные условия как внутри, так и снаружи. «Глобус» – это гипермаркет для всей семьи. Сюда приходят люди с разными потребностями, разными желаниями, с детьми и без детей. У нас порядка 45 тысяч наименований товаров. И 1200 из них – это наши собственные торговые марки. В «Глобусе» широко представлена продукция от местных поставщиков-производителей, где мы сокращаем время на доставку, значит, можем гарантировать нашим покупателям свежий и качественный товар. К тому же мы не храним товары в наших производствах и складах, а сразу выставляем их в торговый зал. Безусловная гордость компании – это отделы собственного производства. Мясной цех, рыбный ряд, пекарня и гастрономия. В нее входит кулинария и собственный ресторан «Глобус». Масштабы цехов действительно впечатляют. Все они находятся внутри гипермаркета, что также гарантирует свежесть и качество товара. У покупателей гипермаркета появится возможность по достоинству оценить собственное производство компании. Сосиски, колбасы, мясные деликатесы, соленые копченые рыбы, свежеиспеченный хлеб и булочки. Все это и многое другое будет предложено в гипермаркете «Глобус». Будет в «Глобусе» Одинцова и свой фудкорт с пиццей, пирожками, выпечкой и готовой мясной продукцией. Сырье для своих цехов «Глобус» получает ежедневно и ровно столько, сколько может реализовать в течение дня. К контролю качества всей продукции компания подходит с немецкой скрупулезностью. Приезжая в «Глобус», покупатели уверены, что смогут найти необходимый товар, припарковать автомобиль. Парковка «Глобус» в Одинцово рассчитана на 1200 мест. Часть из них предназначена для людей с ограниченными возможностями. К удобству родителей будет предложена детская комната с квалифицированными педагогами. В ресторане на фудкорте посетители смогут пообедать и перекусить в перерыве между покупками и даже подключиться к бесплатному Wi-Fi. Снять или положить наличные в банкомате, купить лекарства в аптеке, упаковать подарок, сдать одежду и обувь в химчистку или ремонт. Сеть гипермаркетов «Глобус» всегда идет в ногу со временем, и к услугам посетителей будет предложена зарядка для электромобилей на парковке. К открытию гипермаркета будут запущены бесплатные автобусы «Глобус» от станции Одинцова. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».